Приветствую вас, леди и джентльмены, други и подруги. С вами Мортит. И мы продолжаем проходить Alien Isolation. Да. Что мы имеем? Имеем мы такую ситуацию. Сэмюэльс погиб, наш друг-андроид. Мы находимся в не очень хорошей ситуации, но с другой стороны вроде как и не смертельно. Так, общее, завтра вместе. Вместе к светлому будущему. Сиксон и освоение космоса. Так, это ладно, ладно. Пока компания Сиксон готовится к покорению космоса, полным ходом шло строительство ее плацдарма в этой космической гонке. Севастополь, станция с невиданным потенциалом, расположенная в ключевой точке глубоко... А, мы, конечно, читали же все. Да? Это мы читали. Изолирование угрозы. Это спеддинг. Попытался выяснить у Аполло, от чего андроиды сходят с ума. Но там полная неразбериха. Система изменила основные задачи андроидов. Я заметил спеддинг, да, я заметил. Мы ведь отправили их на техосмотр перед сделкой. Как они Так они просто встали и ушли. Наверное, ими Киркоров управлял. Говорит, встали и пошли. Все понятно. Так, и ушли. А у меня все вещи при себе, все, да. Везде разлит хладагент. Произошла утечка газа. Главный лифт отключен. Я отправил запрос в поддержку. Но я 45-й в очереди. Ну, как обычно, да. То есть, следите за новостями. На станции все сейчас подчинено какому-то противодействию угрозе. Намекаю, парень. Противодействие угрозе, это значит, андроиды будут нагибать всех нас, да. Теперь попытаюсь отсюда спуститься. Удачи тебе, парень. Есть у меня мнение, что в итоге он не спустился никуда. И его поднагнули. Хотя, кто знает, может, его мы еще встретим. О, так. Давай-ка. Тихо. Никого. Все нормально. Что нам делать надо? Куда? Ага, вперед. Вперед, 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 вперед. Не допускается. Вы это что, как серьезно? Так? Вы что? Просто положите оружие на ленту. На ленту. Благодарю. Ладно. Вас за понимание. А огнемет-то зачем, ребята? Это же нечестно. Блин, надеюсь, я найду еще его. Да где-то тут, наверное, будет потом. Ладно. Разберемся. Так, что мы имеем? Ну, пропустите меня. Во. Давай, 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 давай. Во. Да, деточка. Так. Да, ну, блин. Рикардо, путь закрыт. Там должна быть схема. Какая схема? Посмотри, нет, ага, схема. Нет, это не схема. Где схема? Не схема. Во, какая? Это вот это, может, да? Нет? Как оно? Что тут? А, во. Так, я нашла кабель, который ведет к ядру Аполло. Да, я нашел. Это мне поможет. А ты пролезешь? Отключаем электричество, вдох-выдох и полезла. Спокойно. Если застрянешь, я тебя вытаскивать не буду. Да, ничего, я не застряну. Так. 49.30. Может, это код? Что там написано? Try to. Ну, короче, попробуйте, да? Как там? Еще раз. 49.30. Там. А, нос чешется, не знаю, что такое. Наверное, это к самонагибу. Да. Сначала надо питание отключить. Питание отключить. Хорошо, я понял. Питание. А зачем отключать питание? Питание должно быть регулярным и обильным, и витаминизированным. Вот. Как у меня. Так. Налево сейчас, да? Похоже, тут никого нет, тут пустые какие-то... Тихо. Тихо. Тут-то внизу, что ли? Не... Ага. Тихо, андроиды, по-моему. Начальник декомиссии. Угу. Вы знаете, что ваши андроиды несправны? Вся группа, которой была поручена инвентаризация нижней жилой зоны, да, ни с сего прекратила работу. Они хором начали верещать что-то про необходимость противодействия угрозе. Пытались ворваться ко мне в кабину. А-а-а. Он просто
развернулись и ушли. Киркоров приказал. Все уже в курсе, что я вообще не буду работать с вашими лысыми болванами. Но на этот раз дело не только в моем личном к ним отношении. Ну? Завтра я встречусь со Спедингом. Ага. И все ему выскажу. Как же встретишься ты, наивный чукотский юноша. Не бойся, 2 метра не прошел, как поднагнули тебя. Да ну, что такое? Почему не встает наш персонаж постоянно? Долго она как-то... Тихо. Ага. Буква Э. Вот этот символ. Вот эта змейка непонятная. И вот это вот. Блин, иероглифы, конечно, вообще мощные. Для раскодирования. Так, кабель отключен. Я глянул схему. Ты могла бы пролезть через шахту турбинного вентилятора. Я согласен. Там уже куда готов? Какого это турбинного вентилятора? Вы чё? Так что лезть надо быстро. Я надеюсь, меня там не распилит. Так. Традиция, традиция. Надо сохраниться. Ну, что вы знаете, да, что это чревато большой жопой обычно, если мы не сохраняемся. Поэтому... А это, судя по всему... Чё тут? А, нельзя, да? Шахта вентилятора. Чё тут, куда? Ага! Всё верно. Я на верном пути. А, кстати, я знаете, что вспомнил? Мне тут один мой подписчик говорил, что если вот сюда поставить... эти ресурсы, просто в ячейку, то они отсюда исчезают. То есть бонус. Да, действительно, смотрите, вроде меньше становится, да? Непонятно. О, Эми Мина. То есть мы сейчас ресурсы сюда поместили, и благодаря этому мы... Что происходит, ребят? Да. И благодаря этому наши ресурсы... Мы можем больше ресурсов собрать. Вот. На это я хотел сказать. Так. А вот эта буковка. А вот это. Какой-то язык майя. Непонятно. Чё вообще за... Вот это, да? Да. Да я настоящий хакер. Молодец. Я молодец. А, надо скорее. Скорее, скорее я иду. Скорее. Тихо-тихо-тихо. Давай-д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 авай. Мой сладкий, давай. Вот так, моя шляденькая молодчинка. Тихо, ребятки, не переживайте, сейчас мы... Да, мы тут все найдем. Удачи. А когда было просто? Я не помню такого, что было просто где-то. Тихо. Скоро связь пропадет. Здорово. Ну, держи за меня кулаки. Ладно, только ты осторожней, там внизу может быть много... Кулаки, блин, гранатомет тут держать надо. Пожертвовал собой, чтобы я сюда добралась. Я должна попытаться. Нет, девочка моя. Да. Это точно. Девочка моя, я понимаю, конечно, Сэмюэльс там пожертвовал туда-сюда, как бы. Это все прикольно, но ты учти. Сэмюэльс, это андроид, то есть... Я не думаю, что он хотел умирать. Было не так страшно, как мне. Для него это что? Умер и умер, и как бы все. Программа завершена. Вот. А я живой, мне умирать не хочется. Что мне делать? Я тебя не слышу. Ой-ой-ой-ой. Рикардо? Вот ведь. Рикардо, если ты слышишь, найди другой способ выйти на связь. У меня что-то с наушником. Тоже какая-то хрень. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь за полезная информация. Личная, общая, тревога... Аполло просит вас проявить терпение во время тревоги, связанной с нейтрализацией опасности. Уровень тревоги Омега. Спасибо. Да не за что, я уже забрался. Продано. Спейдинг, произошло что-то невероятное. Нашлись желающие приобрести Севастополь. Надо же. Видимо, все эти бесчисленные экскурсии с презентациями были не зря. Переговоры вовсе не зашли в тупик. Кто-то в головном офисе просто щелкнул пальцами. И все сразу сложилось. Только что пришло подтверждение. Аполло получает пакет новых операционных правил. Только никому не говори. Пока новость не сообщат акционерам. Вот это поворот, а?
Да, это офигительный поворот. Какой-то, что, например, Аполло получает пакет новых операционных правил. Вот эти операционные правила, судя по всему, и являются причиной того, почему сейчас я нахожусь в таком хреновом состоянии. Ага. Вау, получим противогаз. Это хорошо. Это мне определенно нравится. Че мне, куда идти-то? На, в ту сторону, наверное, да? Наверное, в ту сторону. Что надо сделать-то? Консультации. Получить прямой доступ к ядру Аполло. Найти комнату консультации. Хорошо. Я согласен. Консультации-то консультации. Никакая консультация не будет лишней. Я согласен. Меня все устраивает. Тихо. Сюда, что ли? Или нет? Или не сюда? Не, не сюда. Похоже, как-то по-другому надо пройти. Да. Где-то андроиды были. Ага, вот они. Что тут у нас? Какие загадочные места тут, а? Тихо. О. Тут, наверное, что-то включить можно, да? Тихо, тихо, тихо. Надо спрятаться. You was owned, деточка, да? Вот так вот. Я надеюсь, все кончилось, потому что что-то... Да, все нормально. А то вдруг бы меня еще поднагнуло. Так, давай-ка возьмем звуковой генератор. Он нам здесь понадобится, почти наверняка. Личное, общее аудио. Вы меня бросили. Говорит Ренсом, представитель компании Сиксон. Обращаюсь к руководству. Вы сволочи. До тебя только дошло, да? Я честно выполнял свою работу, защищал ваши интересы, а вы меня бросили. Я почти сорвал для вас большой куш. Я рисковал жизнью ради компании. Я мог бы вызвать команду, существо бы поймали, и все были бы счастливы. Но Аполло перекрыл связь. Техники просто не отвечают на мои запросы. Мы тут умираем, сволочи. Вы все похерили. Чтоб вы там все сдохли вместе с компанией. Да, парень, запомни, у любой компании есть только одна цель, это извлечение прибыли, ты должен это знать. А люди — это такой же ресурс, как и любой другой. Это надо понимать. Ну, во всяком случае, речь идет о крупных компаниях. Это должно привести к ядру. Без электричества никуда. Блин. Да, то есть ты понял, да, парень? Если компания крупная, какая-нибудь корпорация, то надеяться на то, что тебя будут гладить по головке, беспокоиться о твоей жизни. Ой-ой-ой. То есть как-то за тебя переживать и так далее и тому подобное, то ты сильно ошибся. Нет, крупные компании, для них люди — это так, расходный материал, поэтому будь осторожен. Всегда будь осторожен. Куда я иду вообще? Да, я все правильно иду. Я молодец. Я настоящий молодец. Да, есть такое. Так, ребятки. Human Consultation Control. Человеческий консультационный контроль. Короче, понятно. Здесь вам то ли люди контролируют, то ли людей контролируют. Смысл ясен. Контроль. И все. Буква Э. Змейка. И вот это загогулина. Кластер левого полушария активен. Ага. Кластер правого полушария активен. Так что ли? Как там? Левый, правый, ну, в общем, неважно. Активен. Обыскать правое полушарие. Блин, нагиб. Нифига башка большая у компьютера, да? То есть там левое полушарие. Да, ладно, иди сюда. Иди, иди, сейчас я тебе объясню, что к чему. Иди сюда. Это что такое? Да блин, на них не действует. О!
Сука, их двое. Тихо. А я вас не боюсь, не боюсь. О! Нет. Вот так. You was owned. Тихо, надо сваливать, ребята. А то сейчас меня поимеют, а не их. Так. Ну, это возьму. Так, нет, это нельзя взять, да? Обновление карты? Нет, обновление. Тихо. Нет, пошли в баню. Блин, что-то да, бомболейло немножко. Есть такое. О! Так, если я это подключу, то наверняка доберусь до баз безопасности Аполло. Вот так! Ой-ой, еще один, сука. Что-то сегодня слишком весело. База. Вот это, да, наверное? Электричество уже есть? Есть! Я вас знаю, я вас поймаю. Хрен тебе. Никого ты не поймаешь. Всего, деточки. Вот так, ваше время прошло. Теперь я буду править бал. Так. Что у нас там еще есть? Это понятно. Вот. И сейчас я все-все насобираю. Все, что нужно. Вот так. Коктейль Молотова. Тут все, да. Звуковой генератор. Звуковой. Так, ладно. Досадно, конечно, что шокер их не берет. Интересно вообще, что их берет. Я бы мог, конечно, их пристрелить, но... как вы помните, оружие мы сдали на пункт, сказать, хранения местный. Ух ты, ребятки, может быть, это то самое Аполло. Эй, Аполло. Сейчас. Тихо. Сигнал потерян. Вот так. Буква... Ни хрена быстро. Ослабить защиту Аполло. Ослабить защиту. Так, как ее ослабить? Дверь заперта. О, деточка, давай, давай. С этим я согласен, вполне. А, да. Very good, детка. А, нажать кнопку. Давай. Ну. Че тут? Че происходит-то? А, я выключил монитор, да? Или нет? А ну-ка. Так. 42. 12. Готово. Все, да? Сейчас попробуем. Что-то какой-то звук был. Нога чешется, но ничего страшного. Так, вот это, вот это, вот это, вот это. Успею! Да! Ха-ха, very good! Я успел. Я настоящий нагибатор, я молодец. Давай. Угу. Ну давай. О, музыка волнительная пошла. Сейчас что-то будет. Я надеюсь, он не взорвется. А, кстати, да. Где-то тут это. Сохранялочка. А пока нельзя, ну ладно. Ничего страшного. Я вас не боюсь. А, very good, давай. Сейчас мы тут все. Кстати, вот этот, как на корабле Настромо в первом чужом. Pentium 2, точно. И, по-моему, тут у нас что? Windows 98 стоит, да. Ну, не сам Windows, оболочка MS-DOS сейчас будет у нас, да. Так, disengage Android. Отключите андроидов. Отказано. Мы выполняем специальный приказ 939. Вейланд Ньютоне? Что за Вейланд Ньютоне? Вейланд Ньютоне owns this facility. Вейланд Ньютоне владеет этим местом. Офигеть. После нашего вылета? Серьезно? Что за специальный приказ 939? Приоритет номер один. Защищать пришельца. Нагиб, ребятки. Короче, все работает против нас. Все остальные... Тихо. Мы продолжаем выполнять 939. Отменить. Не, отказано. Реактор, короче,
какая-то херня. Я не успеваю так быстро читать, я же не англичанин. Осмотреть центральный реактор. Хорошо. Хорошо, я согласен. Надо сохраниться по этому поводу. Так. Есть, деточка. Да. Что дальше-то? О! Хорошо. Мы строим лучшие миры. А, да, Вейланд Ютани, мы строим лучшие миры. Вы-то строите, ребятки. Вы так строите, потом... Вы так строите, что так даже не ломают, блин. Вы таких дров можете наломать, пока строите. Не хотел бы я себе таких строителей. Ну его нафиг. Строители, блин, в Вейланд Ютани. Давай почитаем, что тут написано. Короче, в Вейланд Ютани как-то тут все захватило. Личное, общее, аудио, утилиты, личное, взаимодействие, спейдинг. Это Ренсом. Поскольку станцию покупал это в Вейланд Ютани, все понятно. Они купили всех. Ну, бабок дофига у этой корпорации, поэтому им как бы хорошо. Сейчас особенно важно, чтобы передача самописца прошла без сучка, без задореньки. Да, они мелкие сошки и ничего не знают о сделке. Но что будет, если до них дойдут слухи о пропадающих людях? Я не хочу раскачивать лодку, так что давай постараемся без этого обойтись. Еще не хватало, чтобы покупатель в последний момент передумал. Ребятки, вы что, гоните что ли? Вейланд Ютани передумал? Вы что думаете, они эту заброшенную станцию Севастополь отсталую покупают, потому что они бизнесом хотят заниматься? Да нет, конечно, они уже все просекли давно, они за чужим сюда пришли, ребят. Это ты, спейдинг, фигединг, там, лингард, фигингард. Вы все, короче, сильно заблуждаетесь. Дело тут не в Сиксоне, не в Секстоне, не вот этой всей фигне. Вот. Рикардо, слышишь? Все, так и было задумано, оба короче. Оба действуют по протоколам Вейланд Ютани. Да. Сиксон продался. С потрохами он, сука, продался, этот Сиксон. Интересно, спрыгнуть можно? Но я не буду пробовать. Там еще и вентилятор внизу. К сожалению, я мелкая сошка. Так же, как Сэмюэльс или Тейлор. Да. Если бы мы что-то значили, Аполло не стал бы торопиться нас убивать. Да. Осмотреть центральный реактор. Ну, давай осмотрим. Так. Так. Че тут? О, бобер ходит какой-то. Ничего. Что-то можно нажать. Все как всегда, все работает, все прекрасно. Блин, вот это вообще инструмент классный. Жалко, что эти, как их, андроиды, они... А, вот, да. Андроиды, они могут отбиваться от него. Блин, так бы вообще можно было всех нагибать абсолютно. Ну давай. Вот так. Вот так, деточка, да. О, пошла жара. Тележка времен Второй мировой войны поехала. Вообще какая-то древняя. Так, ну ладно, это не столь важно на самом деле для нас. Так, давай. Yes, of course. Центральный реактор. Посмотрим у нас, что тут у нас с центральным реактором. Что тут есть? Покиньте помещение. Технические работы запрещены. Да, а мне можно. Мне можно то, что вот запрещено, мне можно. Я хороший. Я игру прохожу. Мне разрешено, ребятки. Наша девочка сейчас всем покажет. Объяснит, что к чему. Она ведь такая душка вся из себя, молодчинка. Не, реально такая. Такая. Да ну. Кого? Вот тебе. Со мной. Не, со мной нельзя, понял? Вот так вот. Ха-ха-ха. Блин, люблю я их месить. Они такие они прямо, сука, сочные. Они для этого и предназначены, чтобы их нагибать. Так, питание отключил. Вот, и все нормально, короче. Не буду ничего вырубать, а то мало ли, что может быть. Так.
Что-то непонятно. Вот, бухнуть взяли. Молоточек. Вот этот молоточек я бы хотел взять. Уж им-то по-любому по черепу настучать можно. Или это киянка? Не, если киянка, то не катит, блин. Это вообще никуда. Это не то. А если молоточек, то можно, можно настучать в бубен-то хорошенько. Что это такое? И что дальше? Резак получен. Доступен ионный резак. Блин, сколько тут резаков в этой игре? Один резак, другой резак. Болгарку дали бы, я все распилил, да и все. Так оно проще. Такой резак, сякой резак. Ой-ой-ой, не-не-не, это нехорошо. Это я не согласен. Да. Ну блин, ну почему ты такая долгая камера? Давай быстрее. Давай. Еще правее бери. Опаньки, и все. Тихо. Не надо панику поднимать. Меня здесь нету. Все хорошо. Не, а когда начинаешь разбираться, к чему, оказывается, не так уж и сложно. Все эти камеры, фигамеры. Там андроиды. Ну, чужой еще, да, это нагиб, но. Не знаю, будет ли еще чужой вообще. По идее должен, все-таки игра же про него, да, а не про андроидов. А я что-то уже как чужого мы в космос отправили. Что-то мы уже очень долго бродим, поэтому... Все должно быть хорошо. Хотя... вообще серия про чужих и про хищников, про всю эту приблуду, да? Она последние годы переживает, ребятки, не лучшие времена. Последний чужой против хищника — это полный самонагиб. Чужие колониальные марины — это вообще это такой позор. Это хуже, чем Duke Nukem Forever. То есть это надо было постараться, чтобы такую шляпу сделать. Но они сделали, они добились своего. Это просто ужасная игра. А вот это, ну, я не думаю, что они такие будут ляпы допускать грубые, потому что эта игра реально хороша пока что, ну. Кто-то скажет, там, графика и так далее. Ну, графика, да, тут не последний писк моды. Но нагиб возможен. Это сейчас дынь. Вот так. И вот так тебе в черепушку. Интересно, а у них это, мозги там, не знаю, микропроцессор главное. В черепушке находится или нет? Ну, похоже, что да. Потому что по черепушке, когда последний раз стукаешь, он так, оп, и все. И он уже не авторитет. Так. Сейчас я эту всю фигню эту. Вот так. Видите, как нормально получается. Дымовая шашка, еще какая-то шашка. Еще вот такая шашка. И еще у нас один заряд для шокера есть. Так, это все хорошо, ребят. Я какие-то патроны, что ли, взял для дробовика? Что-то такое красненькое было, да? Что мы будем делать? То не работает, это не работает, ничего не работает. А что работает тогда? Во! Давай-ка. Опаньки, деточка. Вот так, глубоко и надежно. Я счастлив. Сука, я такой счастливый сегодня. Все получается, потому что... Вы же понимаете, да? То есть... Ага, вот зелененький загорелся. Давай мы тебя под огнем. О, зелененьким загорелся. Ну, вот так, да. Лебедку какую-то. Что за лебедка? Еще? Давай. Давай, открывайся. Устройство не работает. И что, мы на этом поедем, что ли? Я бы покатался. Какая классная штука. Нормальная такая, да? Ой! Сука. Здесь дырочка была. А я-то думал, зачем ее поднимать? Да, ну ничего. Что-то движется постоянно. Или эта станция так разламывается на куске? Ребят, как вы думаете? С чем это связано? Что это за звуки? Ладно, это не столь важно сейчас. Это
не самый большой вопрос, который меня сейчас интересует. Я думаю, есть и поинтереснее вопросы. Так, опаньки, вот так. О. Так. Мысли, предложения, что делаем? Куда идем? Аполло не собирается снижать уровень опасности из-за того, что кто-то находится в центральном реакторе. Осмотреть центральный реактор, попасть в реактор. То есть, очень много информации на мою голову, а как и вообще тут... Во! По-любому это надо использовать. Не совсем понятно, что именно предпринять, то есть, какие-то общие такие намеки и так далее, но... Никаких конкретных указаний, что типа в силе иди, сделай это, убей того и поднагни. То есть осмотреть что-то, посмотреть. Подождите, я же здесь был. Это не то вообще. Вообще, ребятки, не то. Даже не близко. Во! Это, кстати. Это я согласен. И сейчас что-то будет интересное. Это, похоже, другое место. Да. Ага, у нас тут два сразу андроида. У нас два андроида, но у меня один заряд шокера. Поэтому есть мнение, что надо использовать вот это и крайне аккуратно действовать. Ну, сами посудите, ну нафига мне сейчас лишние конфликты, короче, да, драки, если учитывать, что пистолета нету, дробовика нет. Сука. Ничего странного нету, пошел вон отсюда. Интересно, он меня видит, нет? Похоже, нет. Или да? Да, у тебя есть дела поважнее, свали отсюда. Блин, как проникнуть? Этого вообще шокер не берет. Они бронированные, мы это с вами уже поняли. Симпсон, то вместе к светлому будущему. А если так? Да, ну блин, он меня заметил. Я не боюсь тебя, демон. Потому что ты туп и медлителен. Я тебя обвел вокруг пальца. Что это такое? Вот это должно сработать. Ого, нифига себе. Получен болтер. Так. А что это оно? А, заряжается что ли так? Не надо. Какая-то странная штука, она сразу не стреляет. Тихо. Так, надо попробовать еще разочек. Он, похоже, как-то разогревается или что? Так, сейчас попробуем. Так, ну. Давай. Ну, стреляй же. Хедшот, детка, you was owned. Получи. Нормальный агрегатик, мне нравится. Нравится. Ну, я пока не буду его расходовать, но... Не, ну определенно это оружие для меня. Луна стайл. Лунный стиль. Баба какая страшная нарисована, блин, унылая. Так. Что мы имеем в нашем очередном Севастолинк? Шеф, я выполняю запрос. Иду в техобслуживание реактора. Дверь я запер. Код 6832. Общая доставка энергии. Спустись в сектор обслуживания реактора, Флорес. Мне сообщают, что по всему периметру скачет напряжение. Это, конечно, ведро с гайками, а не станция. Но я не понимаю, откуда могут возникать перебои с питанием. Может провести проверку всей системы, шеф? Отлично. Я тебя найду, Флорес, если ты меня слышишь. Найди укромное место и оставайся там. Я иду за тобой. Нам теперь надо держаться вместе. Сандерс погиб. И еще по меньшей мере 4 инженера пропали. Один из этих к
клятых андроидов чуть не голову не оторвал. Так что пришлось соорудить себе подобие оружия. Мощности как раз хватит, чтобы пробить в гаде дырку. Это Болтер. Я постараюсь добраться до тебя как можно быстрее, шеф. Молодец, шеф, я за тебя очень рад. Папка повреждена, утилиты... Сука, какой там код был? Я не помню. А, 6832. Тут так набирать надо, да? 6832. Very good, деточка. Да. Вот. Вот. О чем я говорил. Сейчас спокойно проходим, и все получится. Вот, да? Интересно. Реактор ЭЦС. Понятно, мы идем к реактору. Так, звуки есть какие-то. Control Relay 03. Ладно, все это мелочи, ребята. Держите хвост пистолетом. Все будет хорошо. Мы прорвемся. Че, я нажал? Я же нажал лифт вызвать, но... Че-то как-то бомбалыло. А, все, нормально. Лифт приехал. И мы отправляемся куда? В реактор. Рикардо, а ты видел этот реактор? Да как-то не случалось. Я проходила обучение на таком. Как будто в прошлой жизни. Ну, в чем ты приходила? Ты еще и реакторами за... А, ну ты же инженер, точно. Тихо. Транзит станция. Здесь баллоны. Надо запомнить это, что здесь баллоны есть. Че тут? Начальник декомиссии. Я видел это. Оно шло по коридору. Вот так запросто. Короче, чужие здесь. Когда выглянул, да. Существо исчезло. Наверное, ушло через какую-то дыру в полу или в потолке. Севастополь — это настоящий лабиринт. Оно может где угодно прятаться. Это точно, я сам тут прячусь где угодно. Существо и ловит службу безопасности. Но почему это скрыли от меня? Почему это от тебя скрыли? Потому что тебе, если бы сказали, да, то есть... Дядя, все нормально, у нас тут чужой ходит по коридорам. Ты не волнуйся, мы его поймаем. Ты представляешь, какая бы паника была? То есть... Попробуй сказать. Как вы думаете, ребятки, что больше всего вызывает панику? Больше всего вызывает панику? Фраза «без паники». Да-да-да, так оно и бывает. Ладно, ребятки. Я думаю, что на сегодня хватит. Да, хватит, пожалуй. И если вам нравится бояться со мной вместе или просто прикалываться, как сегодня, то вступайте в нашу армию. Нагибайте всех. Увидимся с вами.